Были найдены два обгоревших тела и 18-летняя девушка, очевидно, причастная к поджогу. Вы приговариваетесь к 15 годам тюремного заключения. И что вы будете делать? Бороться с преступностью как юрист и защищать клиента как адвокат. Возможно, я смогу и то, и другое. У меня есть цель, она для меня важнее всего. Кого я использую, не твое дело. Я не такая простая добыча. Лучше бы вы просто от меня отстали. Что бы вы ни скрывали, я обо всем узнаю. Вы убили их? Допустим.